все. Отца казнили за предательство. Федерико и Петруччо тоже. Потом они пришли за мной. Ты знаешь почему? Нет, дядя, у меня есть только список имен. Он был у человека, который хотел моей смерти. Не могу поверить, что их нет. Не волнуйся, мы во всем разберемся. Мне бы твою уверенность. Не отставай. Давай, мы уже почти пришли. Уверен, тебе понравится в Монтериджоне. Я думал, что Монтериджоне враждуют с Флоренцией. Сейчас да. Через год они будут союзниками, через два снова врагами, и так раз за разом. Я бросил все попытки их понять. Здесь живут честные, работящие люди. В наших лавках только простые товары, зато они добротные и надежные. Церковь здесь тоже есть. Про это вроде бы неплохой человек, но я не часто хожу к мессе. Ты знаешь, что вилла Аудиторе была построена почти 200 лет назад? Ее построил мой прадед. Он был странным человеком и многое скрывал. Посматривай по сторонам. Может быть, тебе доведется раскрыть пару его секретов? Из-за всех этих междоусобиц она немного обветшала. Все думаю, что давно пора привести ее в порядок, но на ремонт вечно не хватает ни времени, ни денег. Что ж, такова жизнь, верно? Вот мы и пришли. Каза Дольче Каза. Ну, что скажешь? Должен признать, впечатляет. Думаю, она видала и лучшие дни. Поверь, я бы вернул старушке прежний блеск, будь на то время. Так, осмотр мы закончили. Теперь нужно подобрать тебе снаряжение. Мои люди на рынке ждут тебя. Иди туда и возвращайся, как закончишь. Тогда и приступим. Приступим? К чему? Разве ты приехал не подучиться? Нет, дядя. Я просто сбежал из Флоренции. Но я собираюсь увезти семью еще дальше. А как же твой отец? Он бы хотел, чтобы ты довершил начатое. Начатое? Отец был банкиром. Постой, он ничего не сказал? Я понятия не имею, о чем ты. Макеми комбини, Джованни. С чего бы начать? Сходи на рынок за снаряжением, а у меня будет время подумать. Но... Безо всяких «но». Поговорим позже. Вот тебе немного денег на расходы. А если захочешь отдохнуть, в твоем распоряжении комната на верхнем этаже виллы. Прошлое – длинная цепь случайных событий.
Activated. Нет денег, сеньор? Какая жалость. Ну, кто платит, тот и прав. Не обижайтесь, но мне показалось, что у вас нет денег. Если передумаешь, то я буду здесь. Поверь мне, друг, скоро тебе станет лучше. Далее, как в прошлом месяце, Виконт купил у меня трещинки сабель для кавалерии. Не волнуйся, надолго мы здесь не задержимся. Я скучаю по нашему дворцу. Я знаю.
Валюты, дядя. Я сделал, как ты сказал. Быстро обернулся, Бенфатто. Теперь я научу тебя драться. Нет. Я же сказал, мы уезжаем. Эцио, ты едва справился с Фьери. В дороге ты недели не продержишься. Если хочешь уехать, пожалуйста. Но я хочу, чтобы ты уехал готовым к драке и способным постоять за себя. Сделай это хотя бы ради матери и сестры. Ладно. Оттимо.